Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. В сегодняшнем обзоре я представляю нож Ganza, модель G8012 Black, приобретенный в магазине Gearbest. Ссылочку на товар смотрите в описании, а я приступаю к обзору самого изделия. Если кому интересно, то поставляется нож в такой фирменной коробке, со всех сторон есть лейбы, подтверждающие производителя, со штрих-кодом и указывающие, конечно, что лежит внутри. Коробка выдвигается типа как пенал. Внутри получается еще одна коробочка, полиэтиленовый кулечек. И, наконец, сам нож в ножнах. Особенность этого ножа, который поставляется именно из магазина, о котором я уже говорил, это отсутствие огнива. Для него крепление на ножнах предусмотрено, а огнива нет. Видимо, благодаря такому подходу продавцам удалось немного снизить стоимость самого изделия. Но огниво можно купить отдельно, я в принципе себе уже заказал. Когда приедет, я сделаю на него обзор и скажу, где я его купил. Жителям Украины это вообще просто, я заказал его в Киеве. Клинок изготовлен из стали 7 хром 17 с твердостью 57 единиц по Роквеллу. Это full tank, то есть клинок переходит в хвостовик, и рукоять, кстати, обрезиненная из прочного пластика, крепится при помощи гайки на конце, которая выполняет также функцию стеклобоя и, как утверждают, еще и молотка. На рукояти имеются вот такие вставки, которые должны ночью светиться, но, конечно же, как только вы достанете нож из коробки, они свою функцию выполнять не будут. Нужно достаточно долгое время подержать нож на ярком свету, чтобы они, так сказать, зарядились. Рукоять имеет подпальцевые выемки и упор для большого пальца, чтобы было удобнее работать. Отлично, нож лежит в ладони. У меня ладонь средняя, но даже если ладонь у вас будет очень крупная, то вы можете большой палец класть не на упор, а на обух. На обухе есть небольшой участок, который лишен вот этого черного покрытия. Предназначен он для работы с огнивом. Здесь же имеется на клинке и соответствующий значок. На клинке еще также из обозначений имеется модель ножа указана, G8012, и с обратной стороны логотип производителя. Длина клинка составляет 115 мм, толщина по обуху 4,7 мм и ширина около 35 мм. Вес вместе с ножнами составляет около 350 грамм. Без ножен нож весит 210 граммов. Насколько долго будет держаться вот это черное покрытие, покажет только практика. Теперь переходим к ножнам. Ножны выполнены из прочного пластика, обрезиненного. Имеется крепление для огнива. На ножнах смонтирован такой вот стропорез, состоящий из двух лезвий. Стропорез фиксируется пластиной на трех саморезах. И это значит, что в случае необходимости пластину можно снять, а лезвие стропореза либо заменить, либо заточить. Также имеется отверстие для стока воды на ножнах. И вот это овальное отверстие можно использовать для крепления при помощи кимляка огнива. С обратной стороны на ножнах смонтирован подвес. Кстати, сам подвес очень широкий, подойдет практически под любой ремень. Выполнен он из синтетической ткани. Смонтирован к ножнам при помощи двух саморезов. И еще здесь имеется прикрытое вот такой липучкой небольшое точило, или вернее брусочек для правки клинка в походных условиях. Внутри в ножнах есть два небольших прилива, стоят друг напротив друга. Они служат для фиксации ножа в ножнах. Нож в ножны входит довольно туго.
Рукоять фиксируется ремешочком, но и без него нож отлично зафиксирован в ножнах и не выпадает ни при каких обстоятельствах. Для удобства вынимания клинка из ножен, их конструкция предусматривает такой специальный упор для большого пальца. Вот большой палец в него упирается, и таким вот движением вынимается весь клиночек. Можно переходить к тестам. Как это водится у большинства обзорщиков, первый тест я проведу на бумаге. Хотя скажу сразу, что заводская заточка оставляет желать лучшего, но в принципе вполне рабочий инструмент. Так. А он и не режет. Нет, режет. Как видите, бумагу все-таки лист он немножко режет, но кого не устраивает качество, может просто себе довести до нужной, так сказать, кондиции. Теперь можно перейти к тестам деревянным. Какие операции может понадобиться выполнять ножом в походе или для обустройства лагеря? Ну, это, допустим, заточить какую-нибудь колышку для палатки или вот хотя бы очистить ветку от прутиков. Как видите, со своей задачей нож справился хорошо, колышек готов, на нем можно хоть дичь приготовить, хоть для ловушек использовать, как угодно. Переходим к более сложным тестам. И по традиции, после всех этих жестких испытаний, еще раз проверю
остроту на бумаге. Для испытания стропореза я выбрал толстую леску, такую вот синтетическую веревку плетеную и старый шнурок. Ну, начнем из того, что ближе под рукой, старый шнурок. Раз. Веревочка. Как видите, со своей задачей лезвие стропореза справляется вообще без каких-либо усилий. Осталось испытать вот эту гайку, которая не только фиксирует рукоять, но выполняет также роль стеклобоя и, как утверждают, еще и молотка. Конечно, стекло я сейчас бить не буду, но забить несколько гвоздей попробую. С этой работой молоток или обух топора справится намного лучше, но за неимением таковых в крайнем случае, в крайней ситуации можно использовать и вот этот вот стеклобой. И теперь осталось еще одно последнее, самое важное испытание, посмотреть, как работает вот эта вот точилка, насколько она функциональна. У меня создалось впечатление, что после небольшой правочки лезвие стало немножко острее и нож стал лучше потом резать бумагу. В любом случае, это довольно нужная в походе вещь, и я думаю, лишней она не будет. Вот и весь обзор. На этом все. Всем всего хорошего, до новых встреч, ждите новых обзоров. И можете перейти по ссылке, посмотреть, какие еще есть варианты этой модели ножа в магазине Гербест.